Прийде царствие, впейде государстве, там, где уже совсем забыли, как друг с другом общаться, как здороваться и как между собой два слова связать. Где все от мала до велика бесконечно в гаджетах сидели и в интернете висели, появилось однажды чудо чудное, диво дивное. Собрал царь умных хакеров, всех лучших блогеров и продвинутых графиков, и наказал он им с этим предметом скорее разобраться. В эту же минуту стал интернет слово молвить, что существует легенда. Предмет этот книгой зовется. Мол, в стародавние времена именно оттуда информацию добывали, дети и взрослые ее читали, на самом видном месте ее выставляли. Взлому не подвержены, вирусов не содержит. И решил царь так. Отныне в царстве будут не только гаджеты-маджеты, но еще прошлых лет книга.